Коллеги, здравствуйте! Мы продолжаем разбирать распространенные ошибки при использовании гита. И сегодня мы рассмотрим еще три. Первая ошибка – это считать, что в ветке, которую вы разрабатываете, должен быть исключительно код, относящийся к новой фиче. Поясню. На прошлом занятии мы создали фичу, она называется C-Sharp Hello World, которая посвящена проекту на C-Sharp. Многие считают, что в этом случае я должен из этой ветки удалить весь остальной код, вот как-то так, который не относится к данной фиче. Замечу, что Git мне подскажет, что я удалил два файла. Я в этом случае там сделал бы commit, сказал, что файлы удалены. И затем, когда я буду сливать две ветки, мастер и C-Sharp Hello World, когда я в содержимое ветки C-Sharp Hello World буду переносить в мастер, в этом случае все изменения, которые я сделал в моей новой ветке, они переедут в ветку мастер. Таким образом, файлы Hello World и Goodbye, они также удалятся в мастере. Это совершенно не то, чего я хочу. Поэтому так делать не надо. Я сразу делаю дискард, отменяю локальные изменения и восстанавливаю на жестком диске эти два файла. Окей. Следующая, наверное, самая распространенная ошибка – это делать очень большие коммиты. Очень часто там разработчик пишет что-нибудь в течение дня, двух дней, может быть, трех дней, потом решает, что все, отлично, теперь я могу весь этот код отправить в свой репозиторий. Ну вот, приведу пример. Допустим, ну вот здесь я сделаю всего несколько изменений. Вот я в ветке над работой над C-Sharp проектом, здесь вот еще добавлю одну строчечку на печать. И вот мы еще на одном из занятий выяснили, что в конце вот другого файлика, там goodbye.txt, нужно ставить точки запятой. Вот мы в hello world.txt проставляли. Вот по сути я сейчас сделал две разнородные вещи, то есть две поправки, которые относятся к совершенно разному функционалу. Здесь я проставил точки запятой у goodbye.txt и как-то отредактировал C-Sharp Project. Ну, соответственно, вот я продемонстрировал, что программист поделал совершенно разные логически не связанные вещи друг с дружкой. Тут я получаю два изменения. Вот первое, вот второе. Ну, соответственно, если работаете целый день, то здесь будет не два файлика, а 10 или 15. Вот. И программист вот так вот их выделяет, говорит, что все, я поработал. Ну и commit message получается такой очень... Вот пояснение к изменениям очень пространное. Типа, я попрограммировал еще один день. Что совершенно несодержательное. Или надо там вспомнить, что вы делали в течение дня. Там сделал какие-то фиксы с goodbye. Ну или вот. То есть получается очень как-то бессмысленно и беспощадно. Вот. Сейчас я сделаю два отдельных коммита и поясню, чем еще это хорошо. Соответственно, я скажу, что там я... Ну вот такой вот commit message и второй в конце строки ставим точки с запятой. Итак, чем это хорошо? Я вот сейчас вот на два маленьких изменения сделал два коммита. Во-первых, теперь я имею возможность откатить какой-нибудь из коммитов. То есть, если я, допустим, пойму, что ну вот идея с WhatsApp была неудачной, то я могу выбрать вот этот коммит и сказать, что он мне не нравится, то есть сделать реверт. Если бы я обе вот эти вот вещи включил в один коммит,
И мне бы не по... ну, мне бы захотелось откатить только там половину его, то я бы не имел такой возможности. Вот благодаря тому, что у меня есть два маленьких коммита для разных логических вещей, я имею возможность их откатывать. То есть я скажу, что вот я передумал там говорить WhatsApp, и я делаю реверт коммит. Таким образом, это никак не затронуло, ну, совершенно правильное изменение, что нужно ставить точки с запятой в конце. Если вы делаете большие коммиты, вы лишаете себя, возможно, такой возможности. Еще вот тут мы подошли к ошибке номер три, когда в разных ветках дублируются одни и те же изменения. Вот, допустим, я здесь от своей новой ветки, там, фича Sysrap Hello World, починил там ошибку. Я там начал ставить точки с запятой на конце строк. Мне может потребоваться сделать то же самое и в мастере, в основной ветви разработки. То есть я еще не закончил работать над вот этой фичей, но эти изменения мне уже нужны. В этом случае там кто-нибудь может сделать так. Перейти в ветку в мастер. Здесь обнаружится, что в файлике goodbye.txt нету точек с запятой. Ну и подумает, что ага, значит, я вот это починил в другой ветке, надо вот починить и в этой ветке. Тоже здесь поставит там точку с запятой, сохранит, сделает коммит. Вот. Большая проблема такого подхода в том, что мы при слиянии этих веток получим конфликты. Потому что у меня отредактирован там один файлик, другой файлик, и у гита будут возникать вопросы, а как же так, что с этим делать? Вот есть другое более удачное. Ну, более того, мне придется там сложные логические действия. Это вот сейчас вот всего две точки с запятой, а может быть тут будет были гораздо сложные изменения. Я могу их там в мастере случайно провести не так. Но вообще это лишние временные затраты. Там я откатываю эти изменения и делаю следующее. На самом деле есть волшебная возможность, не сливая всю ветку, подтянуть только тот коммит, который мне нужен. То есть я сейчас нахожусь в ветке мастер, я могу выполнить команду cherry-pick. Таким образом я подтяну исключительно вот этот коммит, который я выбрал в логе. И получится, что я в своей ветке мастер вот применил те самые же изменения, которые сделал в ветке C-Sharp Hello World. И поставил точку с запятой на конце. Итак, на сегодня все. Мотайте на ус. Работайте с гитом правильно. До новых встреч!